Первый сезон сериала «Операция Карпаты» состоял из 8 серий. Съемки данного сезона длились с августа по сентябрь 2023 года. Местом локации был выбран Пермский край. В качестве объектов для съемок подошли мемориальный музей-заповедник «Пермь-36», который славится бесчисленными историями репрессий, завод Селепашия, близлежащие поселки аэродром Фролово. Пермская киностудия помогла организовать съемки, согласовать локации и даже принимала участие в подборе реквизита. Отметим, что проект получил субсидию от Министерства культуры края в размере 9 миллионов рублей. Владимир Веревочкин долго прорабатывал свой образ и считает, что его героем движет справедливость, которая помогает ему решать рабочие задачи, поскольку персонажу приходится совершать то, чего бы он ни сделал в обычной жизни. Владимир решил добавить ему неоднозначность в поведении. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, премьера которого назначена на март 2026 года.